Приходит женщина к батюшке и говорит: «Батюшка, дай мне разрешение на развод». «О, дочь моя, а что случилось? Да муж пьет, курит, не работает». «А как же ты за него замуж выходила? Да дура была! Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж взял». Женился грузин на студентке. После ресторана приезжают они домой, заходят в спальню. Она раздевается, начинает ложиться. Грузин это все увидел и говорит: «Слышь, ты мне эти студенческие замашки-то бросай, одевайся и сопротивляйся». Дочь олигарха приводит домой жениха знакомиться с родителями. Отец у парня спрашивает: «Машина есть?» Парень отвечает: «Бог даст, будет». «Квартира есть?» «Бог даст, будет». «Дочь мою сможешь обеспечить?» «Бог даст, обеспечу». Вечером дочка подбегает к отцу и спрашивает: «Папочка, ну как он тебе?» Отец говорит: «Лох лохом, но мне нравится, как он меня называет». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присылайте свои анекдоты, и я их с радостью расскажу на своем канале. Всем пока!